Здорово, шпана. Мы продолжаем играть Sims 2. Это просто очленительный грубо. Я даже не ожидал, короче. Мне забанили монетизацию этой в первой части. Оказывается, тут есть песни даже с авторскими правами. Сука. Там не на метал радио, этом радио. Ну, да, можно считать так. А на каком-то этом. Ну там что-то такое испанское было, тут играло. Не ожидал, конечно. Ну такое бывает. Так что слушай только металл. Значит, слушайте только металл. И не будет у вас проблем с авторским правом. Так, ну, второй курс. Начался. Так. Все пришли, все довольны, все сексуально. Культура тела, нихера ему надо будет качаться. А ну как раз у нас все есть. Петушок, ой. Это же для разминки ног. Так. Чтоб попочку поддерживать, там все дела. Здесь нормально. Так, чё он хочет? О, неплохо. Так, чё мне нужно прокачивать? Тоже культуру тела, ё-моё. Почему философия культура тела? Не знаю, ладно. О, нормально. Давай быстрее уже. Так, тихо стоять, я не понял, какое. Не порти свой имидж. Фанелью изучаю, а тебе что нужно? Обаяние и техника. Ну, понятно, что негр должен быть сексуально обаятельным. Зачем ты взял гнилые? Ладно, что-то. Никакого расизма, все дела. Пошел в жопу, мне нужно... Не хочу. Ага, ну тогда уберись. Что там? Давай позанимайся чуть-чуть. Ты пока творчеством давай. Лишними не будет. Так. О. Качок. Так, развивать мимику. Лучше друзья. Нихера ты взял лучших друзей с собой, ладно. Ну, что ты хочешь популярным, хочет иметь 20 близких друзей. На самом деле это изи. Можешь посмотреть, сколько есть уже. Отлично. Так, все нормально. Слишком много культуры тела забирает. Давай это уже. Ладно, иди пожри сначала. Так, оп, все отлично. Кто хочет еще жрать? Ну, естественно. Все хотят. Ладно, стоять. Сначала приветствую профессора. Все-таки нужно хорошую репутацию иметь, там подлизывать попочку. Все. Сейчас техника. Сука. Что-то они как-то не очень поладили с самого начала. Он вести есть на уровне. Так. Чё, у него все более-менее. Кулинария, кстати. О, нихера у него кулинарии! Ну-ка, подать ужин, спагетти, салфетки. Что, это все что ли? Попадать блюдо, чипсы. Нормально. Что там петушишься, я не понял. Пошел. Сука, а, это тренер тебе приходит. Поужинать тебе будет. Вот, подать ужин. Спагетти. Ну ладно, спагетти давай еще. А негде. Давай.
Сука, на занятия. Всё. Зачитался вам, Алёха, знаете. Так, сначала нет, сначала убрать остатки, чтобы не пропадало зря. Воспользоваться, принять душ и учёба, писать курсовую, всё, изи. Сейчас все спят, похер. Что-то делают. А, это суга нету. Так, ну-ка, пришел. Сразу, ну, сразу видно черный, ну. Без никакого расизма, ну что, сразу на тренажер запрыгнул. Вот так в реальной жизни, да просто заходишь, только хочешь в тренажер сразу. Так не бывает. О, вместе беседу, да, все дела. Кушать никто не хочет, он потом возьмет, ну лучше брать пока остатки и качайся. Давай поиграем в игру, может быть даже телек купить, не знаю, хотя может не на. Кому нужен этот телек вообще? О, строит хорошие отношения уже. У нас смерть или уже надеется. Я один сплю. И быстро учеба. Все, давай курс уже пиши. Красавчик. Прибери, давай, давай, слишком быстро. Пока он только один написал курсовую, да? Да все, прибери что-то. Так, похер куда спать. Скоро, блин, все. Я, значит, ты мне сдохнешь? Ладно, давай уже докачай что-то. Ну-ка. Качок. Сука, у него уже. Ай-ка, ему поздно. Сука, нихера они качаются тут. Даже целую ночь играл с профессором, блин, в шахматы. Вот это я понимаю, а? Давай. Так, ему да поздно, ему пофиг. Секунду, еще у нас. Нашел? Нашел. А нет! Он нас круглосуточный, сука. О, все. Можете да. По форумам лазить там. Так. Там же через час.
Без проблем. А, напиши курсовую. Ой. Все, погнали. Так ему когда на занятия? А ему тоже надо было идти, сука. И раундом прогулял. Все, уже пришел такой. А, и нормально. Принципе, читать. Просто будет читать. Это же так интересно. Хотя можно заниматься полезно, поднимать досуг. Так ты, Пикассо. В смысле, нет отходов? Ну-ка, приготовить для всех. Желе, хлопчики, булочки, спагетти. Макарончики с сыром. Так, готовил макарон с сыром, просто сыром залить. Просто я не знаю, как. Просто ешь сыр, а не макарон. Ну, естественно, будет, но это больше дает. Так. Поиграй и напиши курсу. Или лучше сделать так. А этот. Чё не доел? Ну и ладно. И да, всем похер. Дневник. Сука. Вылитый я. Так, о. Какой... А, он написал уже точно. А я написал? Я написал. Так, сука, в туалет хочется. Мы же друзья все-таки. Можно мне в туалет? Хух, успел. И поспать можешь. Кстати, только два, которые не написали курсовую нормально. О, на его можно будет в коммуну, ха-ха. Без проблем. Можно будет замучить на каком-нибудь третьем курсе вечеринку. А, ну, ах ты поганый. Сок у него уже. Это раз, два, три, четыре, пять. Наполовину уже. Так, что там у тебя по поварским такое? Так, у него лучше, да? Приготовить для всех. Споить будешь. Блинчики в соусе уже. Омлет оладьи. Другой еще может. Хлопья. Чили кон карне, давай. А, позвонить служба доставки. Сейчас все будет. Сука, слазь, спешина быстро. Все нормально, быстро это делай. Так, все.
чего. Под блюдо приготовить для всех. Вот это о. Пацаны, не надо тут. Почисти лучше. Пускай я буду тут чистить. Я не помню, ты не написал? Ты чё? Так возьми тоже поесть. Ух, пацаны, не надо тут. Вспомните название. Качок поляна. Не может уже. Ну ладно, пошел. Так, кто еще не написал? Так у него поздно все равно, похер. О, качаюсь, качаюсь. Ну, все, не на. Спи лучше. Скоро на занятия все спят, все. Так. Есть что-нибудь? Нет, нет, ничего. Какое в жопу? Лучше возьми. Хотя уже поздно. Ну давай. Сука, там доел, ты только помылся. Спагетти самое тупое, да, нормально восполняет. Он 3 часа на занятиях, а не 2. Где справедливость? Все жрать. С ним они не очень. Так. Не, он со мной. Все, отлично. Ты давай, ты заслужил пожрать. А ты можешь уже дописать. Сколько часов? 17 часов. Я не понял. Ладно. Что я поссал и все уже было доедено. Отлично. Я догадался, что он срать будет. У меня не по годам. Тик.
Отлично. Так, пацаны. Станет, естественно. Сука, о, вот это уважаю. Спасибо, пацаны. Пока я не видел, правда. Педик. О, дрыщом стал. Опа, качком, можно сказать. Чуть-чуть. И что это, сука, было, пацаны? Ну, все, будем сраться. Так, все, будем сразу, сука. Я даже ничего не делал. Игра делает это за меня. Вставай, пидор, сейчас сразу буду с тобой. Лучше, блин, будем злейшими врагами. Во, все, отлично. Любовь прошла, там загнили помидоры. Этого не... О, сука, о, я еще люблю. Ну-ка, он должен со мной. Нет, теперь я должен, да? Не понял. Давай. Сука. На мама. С кем не бывает, подсался с мужиком, ну блин. Пацаны. Надо найти Афанасию тёлку, чтоб мой разочаровался. Афанасий. Я буду любить его вечно. Сука. И дружи, понимаете, вот так и бывает, чуваки. Вот так и бывает. Друж, друж, а потом хопа, и все. Ладно, спи сразу что. Чё он там мутит? Блинчики. Очень мало восстанавливают. Через 5 часов. Эту тёлку может ему забацать. Так, ща будет первый полугодия закончен. Блин, точно все написали вопрос. Ну, тут уже поздно, если я не писал, я точно не писал. Все отлично. Спайтесь, экзамен не пропускайте, сука. Если бы на экзамен не пойти. Кошечка мелкая. Пацаны опять влюбились. О, молодцы, молодцы. Ничего не сказать. Так, сука. Надо ему срочно тёлку искать. Это, наверное, в конце будет. Сука, как так бывает, пацаны, блин. А у меня все открыто. И... Пускай пока приготовлю для всех спагетти.
Так. Что ему надо? Тоже все есть. Ему только творчество. А, ну техника тоже нужна была. Допустим. Сука. Хватит ты, блин. Тренажер Фил. Ага, а вот этим хочешь, да? Пидор. Мастер, хочешь? Пускай поговорит с профессором. Нам как раз популярность нужна. Лучше кулинария. Так, 3, 2, все делаю. Гамбург. Пока он делает, можно написать кусок. Давай продолжаем. Еще, значит. Ах ты, качок поганый. Шо у него там по интересам? Политика у него интересная, есть политика. Так, ща проверим. Я забыл уже где. Не то, не то. О! Финансовое развлечение ему нравится. Психологический роман. Мистика. Будет много ему устанавливать. По идее. О, да. Сломалось! Ту-ту-ду-т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 у. Сука, петух. О. Потом починишь. У него самое нормальное, он может написать курсовую. У меня какой-то максимальный интерес. Или еще они. Просто много баллов счастья. Понижение давай. О! Дисплей. Так, нормально. Без проблем. А, я думал, уже на занятие пропустил. Не, спать давай. Давай. Чем тебе?
Вот городок гейский. Конечно, не видно. Ну что там у тебя по интересам? Так, мод мистика, путешествие, здоровье, работа. Пускай. Все написал? В смысле? Изич, так. Ах ты, блин, петушок. Ну-ка, о, так он почти написал. Иди. Ну, пускай продолжит. Так. Давай, пока. Три училка звонит. А будете поговорить с ним точно. Ща позвони ему. Изи. Ахам, педик. А, ну ладно. Настроение, вон, да? А это настроение? Нет, фу. Репорт. Подарок. Приготовить для всех. Пусть при. Омлет давай. О, нихера. Пиццу принес. Нормально. Сука, пошел вон отсюда, говнюк. Какое спать. Сука, иди в жопу. Ну, пидор. Пидор. Даешь. А, я написал уж. Все, не пидор, не пидор. Сука, чего у него с прической стало? Он становится вообще этим. Ладно. Другие у него волосы становятся. Так. Во, как раз. Сейчас будем голубят не выбивать, идем. Сейчас это телке позвоним. И я это вот. Болтаем. Курсовую, а он пока. Угу. Мистика, я верю, что у него мистика есть. Естественно.
Так. Написал. Один негр остался верхом. Давай, похер, вставай. Пиши, говно. Всегда ему. А ему еще нормально. Нихера, сука, я. Петушок. Все, можете спать с чистой душой. О, все, телочку мы нашли. А, ну потом позвонит. Нормально, телка. Вот это, о. Сука, что ты всех зовешь? Арнольд, нет, он спит. Ой, ладно. Положить. Брать. Поболтать. Да. Норм. Пиццей только питаться, да. В принципе, на тренажере все занимаются, так что все нормально. Так, оплатить счета. Изи. Ну-ка, телочка, ну-ка, Моника. Как жизнь там вообще? Шахматы с ней, наверное, поиграю. Стоять. А уже нельзя. Что там делает? Книгу взяла. Ну сразу видно. Еще и поссал потом. Красавчик. Так. Всем вообще насрать на второй курс. Да как раз можно пригласить эту тёлочку. Запикапить её там. Так, пошёл на занятие. А, это кто, у него шапка, сама. Так, изи. Еще раз очаруем. Так. Во, пикапим. О, уже могу засать. О. Сейчас мой должен прийти, да? Да, 18 придет. Сука, одинаковая. Так. Пойми, мой, он с шлюхом хочет много этих. Сука, там. Все приходит, а тут такое, а?
стоять. Еще нет. Я не помню. Кстати, он должен вот тут прям подойти. Во, все. Изи. Где там измена должна быть, да? О нет, мне изменяют. О май гад. Подружился с ней. Нормально. Так, а кстати, надо почитать, что там оптимисты и другие идиоты. Введение в философию человека как прочные лики вселенной. Живопись маслом и другие способы отравиться. Сука, а у него еще творчество не изучено. И он написал курсовую, да? Сука. Роа. Быстро убирайся отсюда нахер. Спать. О, сейчас мы тебя задрочим. Ну-ка. Принять душ. Тебя, а? Это домашнее здание ему делать. Вася, ой, не может подойти. У него, сука, плохо все. Давай это. Может, с ним подерешься? Давай подеретесь, чего? Засал не дал, да? Воспользоваться давай. О. Чё там? Мне все не очень хорошо. Куда ты сел? Сейчас мы тут. Давай. Да чё вы два качка должны подраться, сука? А чё, что вы подрались? Давай, чтоб любовь прошла вся. Все, теперь все хорошо. Теперь я рад. Теперь, а ты еще выполняешь задачу, задание. Домашнее задание. Все, сука, все херовенько. Я еще и проиграл, хы. Сама. Так, ой. Сколько сейчас 7 часов? Так, ну-ка. Что у тебя? Такое, нужно еще одно выполнить. Поднимет себе досуг. И учеба. Еще писать выполнить домашнее задание. Давай, давай, давай. Быстро. Иди лучше спать перед экзаменом. Ты тоже иди спать. Вот с ним все нормально. Все сделал? Отлично. Все с пиццей. Как положено. Так, все, еще один час остался. Может пока похавать пиццу перед экзаменом нормально.
Все. Так. Все, ич, ич. А у меня тоже не до конца. Почему-то. Она тебе точно потому что нет. 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 Все нормально. Сейчас спец плюсом, надеюсь. Ну все, молодцы. О, он на философию перешел. Ха! Он тоже на философию перешел. Автоматически. Три философа, сука. Пора менять специальность. Так. Философия, биология. Математика. Опа. Все. Да. Ну все. Всем пока. С вами был Игорука. Было очень сексуально. Была, конечно, и скринка такая жесткая в любви нашей персонажей. Лучше даже не вспоминать.